Без законов и других правовых актов, их реализации в жизни невозможно цивилизованное существование государства. Любое человеческое общество, независимо от того, на какой ступени цивилизации оно находится, нуждается в определенной правовой организации. Устанавливаемый порядок объективно обуславливается уровнем развития общества. Здравствуйте! В эфире программа «Принцип закона». Каждый день возникает большое количество вопросов, затрагивающих именно правовую сторону отношений, будь то бизнес, конфликты в обществе, в личной жизни, произвол со стороны государственных властей. Для того, чтобы противостоять неоправданным и негативным последствиям, нужна квалифицированная юридическая помощь. В нашей рубрике «Помощь юриста» вы получите консультацию по интересующим вас вопросам. Сегодня на вопросы телезрителей будет отвечать наш юрист Николай Власов. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Валентина и уважаемые телезрители. Своей ситуацией делится с нами Константин Ремезов из Краснодара. 15 января 2009 года был ознакомлен под роспись с приказом о приеме меня на работу с 17 января 2009 года. 16 января 2009 года я заболел и находился на больничном до 19 февраля этого года. С какого числа я считаюсь принятым на работу и должен ли быть оплачен листок нетрудоспособности? В вашем случае работодатель нарушил правила издания приказа о приеме на работу и ознакомления с ним работника. Приказ или распоряжение работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы, а не до ее начала. Работодатель должен был ознакомить вас под роспись лишь с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с вашей будущей трудовой деятельностью. В то же время, если вы фактически приступили к работе с согласия работодателя, 15 января 2009 года, имейте в виду следующее. На основании части 2 статьи 67 Трудового кодекса трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе. Соответственно, в этом случае у вас возникает право на получение пособия по временной нетрудоспособности с 16 января 2009 года. Пишет нам Николай Александров из Твери. Вопрос состоит в следующем. Допущена ошибка в фамилии на титульном листе трудовой книжки. Ошибку обнаружили в период работы на другом предприятии. Инструкция о ведении трудовых книжек содержит правила об изменении личных данных, а не об исправлении ошибок. Как поступить? Действительно, в правилах ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением правительства от 16 апреля 2003 года о трудовых книжках, как и в инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда от 10 октября 2003 года, допущен пробел в регулировании указанного вами случая. По общему правилу, пробел в праве или отсутствие необходимой нормы, регулирующей общественные отношения, нуждающиеся в правовой регламентации, может быть ликвидирован двумя способами. Издание соответствующим компетентным органам недостающей правовой нормы. Как правило, длительный процесс, не позволяющий оперативно реагировать на потребности правового регулирования. Второе – это использование правоприменителем аналогии закона или права. С точки зрения законности, это не лучший способ заполнения пробела, но зато оперативный и эффективный. Под правоприменителем в данном случае следует понимать компетентный орган, обладающий полномочиями реализации правовых норм путем издания локальных актов, относящихся к конкретным случаям. В трудовых отношениях это в первую очередь работодатель, как правило, уполномоченное им лицо, руководитель организации. Под аналогией закона при заполнении пробела в праве понимается применение нормы, регулирующей исходные отношения, а под аналогией права при отсутствии нормы, регулирующей исходные отношения, применение общих принципов и смысла законодательства, в данном случае трудового. Из вышеизложенного следует, что в рассматриваемой ситуации работодатель может издать приказ или распоряжение, касающийся конкретного работника, указав, что за отсутствием прямой нормы, регламентирующей порядок исправления, неточно внесенной записи о фамилии в разделе «Сведения о работнике», он действует по аналогии закона, применяя нормы, регулирующие сходные отношения, в частности, содержащиеся в пункте 26-29 правил и пункте 2.3 инструкции. Согласно подпункту 26-29 правил, изменение записи о фамилии, имени, отчестве, и дате рождения, а также об образовании, профессии, специальности работника производится работодателем по последнему месту работы на основании паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии,
имени, отчества и других документов. В случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой книжке, исправление ее производится по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту работы на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае оказать работнику при его обращении необходимую помощь. Если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае ликвидации организации – работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа. Исправленные сведения должны полностью соответствовать документу, на основании которого они были исправлены. В случае утраты такого документа, либо несоответствия его фактически выполнявшейся работе, исправление сведений о работе производится на основании других документов, подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке. Автор следующего письма – Мария Григорьева из города Орла. Она с нами делится своей ситуацией и задает вопрос нашему юристу. «Мы с мужем состоим в официальном браке. Однокомнатная квартира раньше была в долевой собственности мужа и его родного брата по 1/2 доли. Через 4 года нашей совместной жизни брат передает мужу свою долю по договору дарения, при этом берет за эту долю деньги. Большую часть денег средств выплатила я. Письменных подтверждений нет». Мой муж стал собственником всей квартиры. В случае, если мы с мужем расстанемся, могу ли я претендовать на долю в однокомнатной квартире? У нас есть несовершеннолетний ребенок. За разъяснением мы обратились к нашему юристу. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Семейного кодекса, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, имущество каждого из супругов, является его собственностью. Учитывая, что 1/2 доля однокомнатной квартиры была передана вашему супругу по договору дарения, то есть по безвозмездной сделке, она является его единоличной собственностью. Однако при доказанности, что договор дарения заключен с целью прикрыть другую сделку, например, договор купли-продажи, возможно признание его судом недействительным. В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделку, которую стороны действительно имели в виду с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. В рассматриваемом случае это будут правила, относящиеся к купле-продаже. А в случае, если суд удовлетворит ваше требование о признании сделки дарения недействительной, притворной, у вас появится основание просить о признании 1/2 доли квартиры совместной собственностью. Следующий вопрос от Ольги Михайловой из Читы. Муж – единственный собственник приватизированной квартиры. Может ли он продать эту квартиру своей жене? В соответствии с пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежавшего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования, распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования, распоряжения, принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены жилищным кодексом в части 1 статьи 30. Действующее законодательство не ограничивает право супруга на продажу своей супруги, принадлежавшему ему на праве собственности жилого помещения. При этом следует учитывать, что в случае такой продажи квартиры, она все равно будет являться совместной собственностью супругов на основании пункта 2 статьи 34 Семейного кодекса. В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Семейного кодекса, к имуществу, нажитому супругами во время брака, общему имуществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации. И любое другое, нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя которого из этих супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Свой вопрос задает нам Марина Караваева из города Нальчик. «Я замужем 22 года, имею совершеннолетнюю дочь. Мой муж приобрел в собственность 4-комнатную квартиру, в которой мы проживаем, а зарегистрированы в старой 2-комнатной квартире. В случае развода и в соответствии с новым жилищным кодексом Российской Федерации сохранится ли право пользования новой квартирой за мной и дочерью? Прошу вас разъяснить части 3, 4 статьи 31 жилищного кодекса Российской Федерации о наличии соглашения между членами семьи». Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. Статья 34 Семейного кодекса. Поэтому, несмотря на то, что квартира оформлена на имя мужа, не исключено, что вы в силу закона являетесь собственником приобретенной в период брака 4-комнатной квартиры. За исключением, когда между супругами заключен брачный договор, устанавливающий иной режим приобретаемого в браке имущества. Или когда квартира приобретена мужем в период брака по безвозмездной сделке. В этом случае вы можете на основании статьи 38 Семейного кодекса требовать, в том числе и до развода, определения ее доли в праве собственности на квартиру. В случае спора в судебном порядке на правах собственника вы можете использовать квартиру для своего проживания как в настоящее время, так и после развода. Но если квартира приобретена вами мужем в период брака по безвозмездной сделке, после развода он вправе требовать применения к бывшей жене части 4 статьи 31 и статьи 35 жилищного кодекса, то есть выселение вас из принадлежащей ему квартиры, так как развод является основанием для прекращения права пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника, если соглашением собственником не предусмотрено иное. Что касается права пользования 4-комнатной квартирой вашей дочерью, то оно от развода родителей не зависит. Здесь имеет значение, является ли она дочерью собственника жилого помещения. Но поскольку нам неизвестно, является ли она дочерью вашего мужа, являетесь ли вы собственником жилого помещения, дать конкретный прогноз в плане развития ситуации невозможно. Однако необходимо иметь в виду следующее. В настоящее время вы и ваша дочь формально имеете право пользования другим жилым помещением, зарегистрированным в 2-комнатной квартире. При этом право пользования 4-комнатной квартиры за вами юридически не закреплено. Этот факт будет иметь значение, если дело дойдет до вашего выселения в судебном порядке. Теперь по поводу соглашения между собственником жилого помещения и членами его семьи. По общему правилу, члены семьи собственника жилого помещения, проживающие вместе с ним, приобретают равные собственникам право пользования жилым помещением, солидарно отвечают по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением. В случае прекращения семейных отношений бывшие члены семьи не сохраняют право пользования им. Подпункт 1 и 2 статьи 292 Гражданского кодекса и статья 31 Жилищного кодекса. Однако эти положения могут быть изменены соглашением между собственником и членами его семьи, причем условия такого соглашения имеют приоритет над нормами Жилищного кодекса, часть 7 статьи 31 Жилищного кодекса. Вам прежде всего необходимо установить, имеются ли основания для признания за вами доли в праве собственности на 4-комнатную квартиру, и уже в зависимости от этого определить последовательность дальнейших действий. Автор следующего письма – Лидия Смирнова из Курска. Имела в собственности 1/2 части квартиры. Другая 1/2 была у мужа. Муж умер. Сын жил отдельно. Вступать в наследство после смерти отца не стал. Отказа нет. О том, что я оформила все на себя, он знал. Уже год я собственница квартиры. Есть свидетельство. Сын не работает, не помогает, но переехал ко мне. Выселить не могу. Взаимоотношения плохие. Коммунальные услуги и налоги плачу сама. Хочу заключить договор ренты, не хочу оставлять ему квартиру. Будут ли у рентодателя сложности со вступлением в собственность после моей смерти? Эти вопросы мы адресуем нашему юристу. Ваше право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. То есть признано и подтверждено государством. Оно никем не оспорено, поэтому на сегодняшний день вы являетесь единственным законным собственником квартиры и вправе распоряжаться ею по своему усмотрению, в том числе отчуждать в собственность другим лицам, согласно пункту 2 статьи 209 Гражданского кодекса. Однако, если вы решили заключить договор ренты, то есть пожизненного содержания с иждивением, то должны знать, что рентоплательщик станет собственником квартиры не после вашей смерти, а с момента регистрации договора, пункт 2 статьи 223 Гражданского кодекса. Вы же останетесь проживать в квартире на правах пользователя, согласно статье 34 Жилищного кодекса, и будете получать от рентоплательщика уход и средства на содержание. Это следует из статьи 583 Гражданского кодекса, согласно которой по договору ренты одна сторона, получатель ренты, передает другой стороне, плательщику ренты, собственность имущества,
а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы, либо представление средств на его содержание в иной форме. Таким образом, никаких сложностей у рентоплательщика с вступлением в права собственника возникнуть не могут, а вот осуществлять свои права ему будет затруднительно, учитывая, что в квартире проживает, а возможно и зарегистрирован ваш сын. Однако сложности, связанные с выселением сына, ожидают любого приобретателя вашей квартиры, какую бы сделку по ее отчуждению вы бы не заключили. Петр Михайлович Харламов из Нижегородской области задает вопросы нашему юристу. Каковы размеры налогов, взыскиваемых с наследников по завещанию, не зарегистрированных на жилплощади собственника приватизированной квартиры в случае его смерти? Наследником какой очереди является племянник? С 1 января 2006 года вступил в силу федеральный закон от 1 июля 2005 года о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Согласно статье 3.1 указанного федерального закона, по наследству, открывшемуся до 1 января 2006 года, с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельства о праве на наследство выданы до 1 января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, взимается в порядке, установленном законом о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, а с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельства о праве на наследство выдаются, начиная с 1 января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, не взимается. Таким образом, в случае выдачи нотариусами, должностными лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия, свидетельство о праве на наследство в 2006 году, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, взиматься не будет. Если свидетельство вам было выдано до 1 января 2006 года, то налог с имущества исчисляется по ставкам, предусмотренным законом Российской Федерации о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, от 12 декабря 1991 года. Сумма налога, подлежащего оплате, исчисляется от стоимости передаваемого в порядке наследования имущества. Для определения стоимости квартиры вам необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации, БТИ. В случае отсутствия наследников в первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Пункт 2 статьи 1143 Гражданского кодекса. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, племянники и племянницы наследодателя, наследуют его по праву представления. Пункт 2 статьи 1143 Гражданского кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1146 Гражданского кодекса, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Таким образом, племянник является наследником второй очереди. Свои вопросы задает нашему юристу Екатерина Демидова из города Санкт-Петербурга. Бабушка до приватизации вселила в квартиру внука и его супругу. В 2001 году собственником квартиры в порядке наследования стала дочь бабушки. Супруги продолжали проживать в квартире. В 2005 году супруги признаны членами семьи бабушки, и за ними признано право пользования данной квартирой. Прекратится ли это право, если наследница продаст квартиру? Применима ли в данном случае статья 19 Федерального закона от 29 февраля 2004 года? К сожалению, не ясно, кем приходится наследница внук бабушки – сыном или племянником, и какие обстоятельства установлены решением суда о признании права пользования. Поэтому ответ носит общий характер. Если наследница продаст квартиру, право собственности на нее по договору купли-продажи приобретет покупатель, и ему будут принадлежать права владения, пользования и распоряжения квартиры. Пункт 1 статьи 209 Гражданского кодекса. У внука и его супруги при этом сохранится право пользования квартиры, так как согласно статье 558 Гражданского кодекса, существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. Однако, в соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. В частности, он вправе требовать прекращения права пользования квартиры членов семьи прежнего собственника, поскольку переход права собственности является основанием для прекращения права пользования членами семьи прежнего собственника.
если договором или законом не установлено иное, согласно пункту 2 статьи 292 Гражданского кодекса. Вопрос заключается в том, удовлетворит ли суд в данном конкретном случае требования нового собственника о прекращении права пользования квартирой внука и его супруги в связи с переходом права собственности. Из выше приведенных норм следует, что суд должен отказать новому собственнику в случаях, когда законом или договором предусмотрено сохранение права на жилое помещение. Законом сохранение права пользования жилым помещением предусмотрено в случае прекращения семейных отношений с собственником. Во-первых, за бывшими членами семьи собственника жилого помещения, с которыми у собственника об этом есть соглашение, согласно части 4 статьи 31 Жилищного кодекса. Во-вторых, за бывшими членами семьи собственника, если у них отсутствует основание приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволят ему обеспечить себя иным жилым помещением на определенный судом срок, согласно части 4 статьи 31 Жилищного кодекса. Если такого соглашения нет, применению подлежат нормы закона о прекращении прав пользования на жилое помещение. Поскольку можно предположить, что соглашение по пользованию жилым помещением вами с наследницей не заключено, в момент приватизации жилого помещения равных прав на пользование им с лицом, его приватизировавшим бабушкой, у вас не имелось, то есть право пользования признано в 2005 году. Велика вероятность прекращения права пользования в случае продажи квартиры наследницей. Следующее письмо из Архангельска от Нины Селивановой. Ситуация следующая. Трое детей являются наследниками денежного вклада, внесенного отцом до 91 года. Все дети отказались от наследства в пользу матери. В справке о состоянии вклада, выданной филиалом банка, отражено, что получена компенсация в размере 1000 рублей. Мы не могли ее получить, так как документы не были оформлены. Куда обратиться, чтобы выяснить факт получения компенсации? За справку о состоянии вклада заплатили 100 рублей. Что же делать в этой ситуации? За помощью мы обратились к нашему юристу. В соответствии с постановлением правительства от 3 апреля 2006 года о выплате в 2006 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации по вкладам в сберегательном банке Российской Федерации, наследники первой очереди, являющиеся гражданами по 1953 год рождения включительно, инвалидами второй группы, родителями, сыновья которых проходили военную службу по призыву и погибли или умерли в период прохождения службы в мирное время, имеют право на получение предварительной компенсации по вкладам в сберегательном банке по состоянию на 20 июня 1991 года, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с федеральным законом о восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации. Если ваша мама имеет право на получение предварительной компенсации вклада, но по данным банка компенсация вклада уже была выплачена, возможно, самому вкладчику, она на основании справки от нотариуса об открытии наследства и подтверждении ее статуса наследника первой очереди вправе обратиться в банк с требованием о предоставлении информации об основаниях выплаты вклада третьему лицу. В случае выплаты компенсации вклада ненадлежащему лицу, ваша мама вправе требовать от банка выплаты предварительной компенсации в ее пользу. Смотрели программу «Принцип закона». Обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, что в нашей программе открыта рубрика «Помощь юриста», в которой вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. Пишите на электронную почту, адрес на ваших экранах. И помните, закон – это общепринятая норма, обязательная для исполнения. Берегите себя и до встречи через неделю.